Оренбуржье считается крупнейшим агропромышленным регионом. И то, что именно наша область стала площадкой для такого важного разговора, не случайно. Обсуждать проблемы открыто призывают на круглом столе. Организаторы предлагают от слов перейти к делу, искать пути решения. Чтобы по итогам нашей сегодняшней работы, по итогам круглого стола, мы реализовывали практические меры, практические действия в обсуждаемом сегодня направлении. Представители из Таджикистана приехали с важной миссией. Признаются, в республике на сегодня одна из главных проблем – снижение производства мяса и мясных продуктов, особенно экологически чистого мяса. А поголовье крупнорогатого скота сокращается и уже дошло до цифры в 3000 голов. Хотя скотоводы помнят времена, когда поголовье доходило до 70 тысяч. Завезли из других стран в Российскую Федерацию. Они приспособлены к условиям, суровым условиям, особенно в Оренбургской области. Мы бы хотели расширить это сотрудничество с тем, чтобы в дальнейшем вести животноводство на интенсивной технологии. Развивать животноводство на территории всей страны призывают и в федеральном Минсельхозе. Если 10 лет назад производство специализированного мясного скотоводства достигало 62 тысяч тонн, то в прошлом году эта цифра увеличилась в разы и уже достигла 500 000 тонн. Правда, и задачи Минсельхозе на ближайшие годы ставят масштабные. Поставлена задача к 2025 году в Российской Федерации иметь не менее 10 000 000 голов мясного специализированного скота. Это очень для нашей огромной страны, это амбициозная задача, но именно такие регионы, как Оренбург и другие регионы, которые должны активно участвовать в реализации этой программы. Меняются и приоритеты, отмечают специалисты. Если несколько лет назад на первом месте было производство говядины, то сегодня ее вес не набирает и 20%. В лидерах мясо птицы свыше 45% от общего объема, на втором месте свинина. В Оренбургской области наблюдается динамика увеличения поголовья коров специализированных мясных пород. За 5 лет прирост почти на 15 тысяч голов. В рейтинге регионов Оренбуржье на 7-м месте. Обгоняет Брянская, Воронежская, Ростовская, Калининградская области, а также Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики. Наталья Мороз, Игорь Бероев. Новости дня.